Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я звоню по поводу публичных дебатов, которые сегодня пройдут. Да. Хочу подтвердить свою презенцию. Как вас звать? Меня зовут Павел Григорчук. Павел Григорчук. Угу. Вот, и я буду в 3 часа. Это получается со стороны Джоли Алон, да, нужно зайти? Нет, а где? Главного, наверное, все-таки. С главного, да? Ага. Да. А вы какую организацию представляете? Я просто... оппозиционная партия «Красный блок». Угу. Имейте при себе паспорт. Хорошо, да. Угу, спасибо. Да, до свидания. Я извиняюсь, можете еще раз посмотреть там у меня в списках? Есть, да. Да. Павел Григорчук. Я сегодня зарегистрировался, но почему-то... Вот мой паспорт. Мне еще сказали, возьмите паспорт с собой обязательно. И что мне делать? В адресастого организатора, чьего конформа... Я сейчас звонил этой девушке, которая... Ну, телефон на сайте парламента, который был, где регистрировался. Ну, ничего, не берут трубку просто. Я ищу его, потому что ну, или листом, базахарядом, очень макчес. Ну, а если она возьмет трубку, только когда уже слушание закончится, как я попаду на слушание публично? Это претензии в одной совет. Ну, вы потому что А как зовут эту девушку, которая... Ну, Кумаск. Есть первый человек, который с трансмисслиста. Чи не трансмиссил, ну, Кумаск. Ба персона, которая покупает изначально дата, ну, а чьи претензии дата? Разрешит педенцию, ну, Кумаск. Нишу нас каута для вас, педенцию. А вы тоже на слушание, да? Нет, не могу. Не вешайте меня в ваши дела. А может вы обратитесь к человеку, который вам передал этот список, может там забыли, там, не знаю, неправильно распечатали там или еще что-то. Ну-ка, ну, сун, дар, ну, интрадивар, ну, сун, пятцин листа, ну, вопрос, вача. Я поэтому не могу пройти, да? Да. Ну, я, понимаете, я действительно зарегистрировался, звонил, у меня даже есть запись на телефон. Есть листа на базе, который фач макчес. Канцелярский парламент есть, он удает всех резат. Ну понятно. Понятно. У меня нет с собой бомбы, ничего, гранат нет. Вот можете меня по металлоискателю проверить. А вообще любой может, да, участвовать в публичных слушаниях? Я ну кунос, ну сам организатор. Я сам тут всегда буду, где Сереж депутат Чебаз. А вся ситуация. Хорошо, спасибо. Ой, где наша справедливость? Господин Цап, а почему не пускают людей на публичные слушания? Я не полномочен, у меня нет таких полномочий. Это нужно решать вопрос с секретариатом и с председателем парламента, потому что по их сфере ответственности. Просто, значит, на сайте парламента было написано, что нужно зарегистрироваться, либо по e-mail, либо по телефону. Я сегодня позвонил до 12 часов, как написано. Зарегистрировался как представитель оппозиционной партии. Прихожу, у меня нет в списках, и поэтому меня не пускают. Я сожалею, конечно, это не порядок. Тут есть определенная процедура, но раз если вы говорите, что тут нет процедуры, то я сожалею. Я передам на следующем заседании бюро, я обязательно передам. А вы сейчас будете на слушаниях? Нет. А у вас другие? Потому что у меня программа. Ну вы как относитесь к этому законопроекту? Сегодня на заседании комиссии у меня было много вопросов, и не получил ответов на интересующие вопросы. Поэтому я считаю, что чем больше будут участвовать и выскажут свою позицию по отношению к этим вопросам, это будет важно для принятия решений.
потому что проблема очень волнует. Да, согласен. Спасибо. Спасибо.